Ребят, всем привет. Сегодня я опять на рыбалке. Но что-то меня раззадорила эта рыбалка на малой речке, где я там тестировал спиннинги, катушки. Вот, и захотелось половить нормально рыбы. Вот, ну, желательно хищника, щуку. Поэтому выбрался на рыбалку. Опять один. Будний день. Естественно, все работают. Поэтому, да, в принципе, можно и одному. На реке вот никого нету, тишина, спокойствие. Ну, рыбаки как бы все равно там есть, они на лодках здесь ходят, я видел. Но не так, как на выходных, в днях здесь поспокойнее. Ну, будем ловить, посмотрим, что получится из этого. Вот осенняя, говорится, рыбалка. Сегодня у нас 7 октября. Вот, и как бы... Не знаю, уже были заморозки, был минус 4 с утра. Вот, возможно, что рыба ушла на глубину. Ну, будем пробовать, что. Вот, сейчас здесь вот попробуем. Такие завалы, деревья здесь. Да, там был ураган сильный, в этом году повалило деревья. Вот, и... А вон там что-то рыба-то гуляет. Что-то, возможно, даже жерех. Ну, сейчас попробуем, покидаем вот здесь, что-то покажет. Ребят, вот мы вышли в Волков. Конечно, красота. Все деревья окрашены в разные цвета. Желтые, красные, оранжевые. Очень красиво. Не знаю, передаться это на камеру или нет. Еще такая гладь вообще стоит. Что редкость для осени. Особенно для питерской. И ни одной живой души нету. Никого. Летом здесь вообще просто вереницы идут лодок в одну сторону, в другую. А сейчас, ну, мало того, что будний день, вот, ну, еще и как бы похолодало, не каждый может выйти. Так что... Ребята, вот я дошел до какой-то речки, если не ошибаюсь, это река Оскуя. Вот, она впадает в Волхов. Такая интересная речушка, ну, похожа на Тигуду, наверное, такая же по ширине, ну, вот, очень похожа. Сейчас попробую здесь немножко покидать, вот я здесь уже, ну, вот там вот поваленное дерево там покидал, но что-то пока безрезультатно. Ну, вот, эхолот рыбу тоже не показывает, ну, глубина здесь, правда, небольшая, сейчас отойдем, посмотрим, какая у нас глубина по фарватеру. Пальчик 2, 8, 3 метра, 3, 5. Ну, не очень глубокая речушка такая. 3, 8, 4 метра. А вот и рыбка какая-то даже есть. На глубине 2 метра, 4,5 метра. Получается, выслал с этой стороны глубина. Юсами с усами испытаем. Листьев, конечно, еще много. Вот здесь глубина 1,7 метра, вот почти у камыша стоит. Это меня предупреждает, что уже глубина маленькая, но ничего страшного. Для меня это не критично.
Пока ничего хорошего. Ничего, мне кажется, здесь делать нечего. Надо идти на наши места проверенные. Странно, обратное течение какое-то. Течение должно быть в противоположную сторону. Несет туда непонятно вообще. Вообще непонятно. Так, ребят, только что была поклевка на резину. Вот, значит, резина работает. Надо ловить на резину. Не знаю, что это было. Плохо подсек. Ну, сейчас попробуем. Это не это, не просечь ее. Крючок острый, блин. Гребет ее мне кто-то. Пока не знаю кто. Сейчас будем пробовать дальше. Так, значит, резина, да, работает. Отойдем отсюда. Тут 0,8 метра. Как отсюда отойти, думаю. Ребят, время уже к обеду. Вот, и вот решил я такое перекусить. Это готовые блюда такие продаются. Харчо. Мне оно очень нравится. Правда, харчо такое очень немножко островатая, но там еще у них солянка есть, там все такое. Ну вот осталось только харчо. Местечко неплохое такое. Вот. В общем, столик даже есть. Я вот кресло с собой взял. Вот. Сейчас надо перекусить, а то уже что-то сил нету. Вот, так что вот так, рыбалка пока так себе, нулевая, была только поклевка одна на резину, но вот, и то сошло, я даже не успел посмотреть, что, но не очень большое, и что-то такие подозрения, что скорее всего окунь какой-нибудь, вот, я так думаю, что здесь у нас браконьеры отдыхали, потому что вон тут сети валяются, вон, путанные. Мусора, конечно, никто за собой не убирает. Так, харчо уже подогревается. Сейчас будем кушать. О, ребята, прям такой кайф поесть горяченького на природе. Это вообще просто великолепно. Рекомендую. Вот эта вот фирма, мастер-шеф, как называется. Чем удобно, то что можно поставил прямо в банке, разогрел. Ну, если ты один, конечно. Если не один, но в кастрюльке все это сделал. То есть, в принципе, очень так душевно получается. Особенно, когда ну, так прохладно, хочется чего-нибудь горяченького такого поесть. Там супчика, там у них там жаркое еще какое-то есть. Есть украинский борщ у них. И, по-моему,
ленивые голубцы и картошка с мясом. Ну вот, и ты это дело все разогрел и спокойненько кушаешь. Вот, не надо ничего готовить там. Вот. Не, ну конечно, когда ты там приезжаешь с ночевкой, когда у тебя много времени, там можно приготовить. Вот. А когда хочется что-то по-быстрому, то вот, вот этот вот вариант, по-моему, самый идеальный. Ну все, ребят, пообедал я. Покидаю я это местечко. Спасибо. Место, что приютило меня. Ну вот, и отправляемся дальше. Бачи, что-то такие тучи. Такое ощущение, что может и дождик пойти. Поэтому сейчас по-быстренькому покидаю, да. Уже буду к дому двигать. Только что мне что-то как-то неохота мокрый. Да, ребят, в общем,
начался дождь со снегом, я решил смыться. Вот, переехал на Тигуду. И уже так без особого энтузиазма, думаю, дай покидаю. Ну и вытащил окушка неплохого. Конечно, не на камеру, но все-таки сейчас покажу. Ну, сейчас попробую, может, еще что-нибудь вытащу. Такой нормальный окушак. Ну, такой вот хорошенький. Темный. Один, правда, но таких бы штучек 5 хотя бы, чтобы закоптить-то. Ну, как говорится,